Всем привет, меня зовут Саша Джаггер, и сегодня мы на Хука Батле в лаунж-баре «Малина». Вейперы, пидорас! Я Максим, сейчас расскажу общее мнение о Хука Батл. Ну, у меня в руках какая-то хуйня, я, конечно, ее ни разу не курил. Это типа вейп, блядь, мехмод, одна кнопка, все дела. Думаю, я забил как бы не особо, потому что слишком долго забивал кальян. И поэтому ты перешел на вейп? Да. Салют, как настроение? Привет, все хорошо, твои как дела? Да, тоже нормально. А по какому поводу сегодня мы здесь собрались? Сегодня мы организовали в городе Мелиус Хуку Батл, то есть посмотреть, ну, как бы Мелиус развивается в кальянной индустрии или нет. И сегодня неплохо, народ так собралось, прикольно все получается. Кальянщики стараются, молодцы. Ну и главный приз, конечно же, 5000 рублей. А сколько участников подало заявки? Именно на данный момент у нас 8 участников. То есть это уже хорошо. То есть для нашего такого маленького города, ну, честно, не ожидал то, что будет 8 участников. Да, я в жюри, я также начинал, как они. Я начинал вообще, получается, со старых таких маленьких кальянов, может кто помнит. Курили мы все Альганжу, Альфакер. Ну, Альфакер как бы и сейчас курим, это классика. Но было тяжело, то есть пробиваться именно в кальянной индустрии. Но самое главное — это разбираться именно во всем. Если ты как бы стоишь на одном месте, ты не сдвинешься. А по каким критериям судишь участников? А скорость, крепость, подача и дымность. То есть первый этап у нас табаки Альфакер, чемпионат нахуй. То есть ребята, ну, точно умеют на этом работать. То есть знают, что такое курили. Может, кто-то и не курил, но... Ну, представляет, что с этими делать табаками. А последующий этап у нас получается очень серьезный. То есть мы даем коленечку три кальяна. То есть любой табак, именно из крепких уже идет Dark Side, Tangiers, Сатир. Ну, я думаю, этого достаточно. Сегодня у нас проводится батл кальянщиков в кальянной Малине. Вообще мы начали проводить этот конкурс после того, как участвовали организаторами Хука Батл Шоу. В общем, главный приз 5000 рублей. Я думаю, это очень хороший призовой фонд для одного человека, чтобы получить титул хорошего кальянщика в Мелиусе. Я не могу сказать лучшего, но хорошего, достойного. И возможность получить работу в нашей компании и развиваться дальше. На данный момент три фаворита и единственный... Не, вообще фавориты четыре. Четыре, да. Но самый лучший кальян сделала Ирина, вот честно. То есть она его прогрела, подача была нормальной, то есть она протерла его, не было пепла. Рассказала все. Рассказала о табаках, то есть... Ну, то есть доказала то, что реально вот она знает. Но во второй этап проходит у нас два участника. Ребят, голову никого нет, а забивать нечего, блядь. Никита, Максим и Валентин. Плюс балл к тому, кто принесет.